Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Сегодня меня мои мальки напугали, потому что я, когда утром кормила их, смотрю только два. Стала искать, третьего не вижу, причем не было средненького. Я уже не знаю, что делать, и везде, ну, он же маленький, 30 литров этот креветочник, куда он мог спрятаться. Везде посмотрела, не вижу. И тут, спасибо, хоть мысль такая мне пришла, фильтр. Залезть он там никуда в фильтр не мог сам, потому что здесь просто губка прицеплена. Я отодвинула фильтр от стенки, и он там сидел, прижатый. Как он туда залез? Занесло его. Ну, в общем, я его оттуда освободила. Вот какие они маленькие все-таки эти... Малечки такие уязвимые. Вот он слева. Ну вот, пролез туда, и все. Видимо, выбраться не мог. Потому что я смотрю, эти едят, все, а он... Нет, не было его. Пропал. Ну вот, слава богу, вылез. Ну, понаблюдаю за ним, конечно, как он там. Немножко плавнички, конечно, прижаты у него. Страсанул. Ну, с другой стороны, вроде как потом ел хорошо, нормально плавает. Надеюсь, все будет в порядке. Да, эти маленькие рыбки пока вырастут, конечно. Вот он, герой. Это самая большая из них рыбка. Самочка, наверное. Ну и третий поменьше. Ну, надеюсь, все обойдется и будет хорошо. Ну, а здесь у нас креветочка омана, креветочка вишня, еще креветочка вишня. Улитка. Вот такая компания сидит на камушке. Снимаю днем, поэтому там отсвечивает и зеркалит. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.